Еще одна сезонная проблема. С начала года на территории области произошло уже 27 пожаров. 4 человека погибли. Будьте бдительны. К этому призывают сотрудники МЧС. Соблюдайте меры предосторожности и не оставайтесь равнодушными гражданам группы риска. Одинокие пенсионеры, многодетные семьи и лица, злоупотребляющие алкоголем. Именно они чаще всего пренебрегают правилами безопасности. Этот дом не случайно оказался в зоне повышенного внимания спасателей. Его жильцы нарушают требования эксплуатации печи, представляя угрозу для себя и окружающих. Предупредить и предотвратить — задача специалистов. Рейды организуют ежедневно. Проводятся осмотры частных домовладений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В первую очередь как раз этим рейдам подвергаются дома вот этих людей. Нарушение правил эксплуатации, неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание. Зачастую причина пожара – халатность. Если вы опасаетесь за жизнь соседа, знакомого или родственника, звоните по телефону доверия 51 00 22. Для них проведут разъяснительную беседу.